Один из самых чудесных праздников, который приходит с началом весны, это Международный женский день. Этот праздник все празднуют по-разному, но всех нас объединяет одно, что в праздничный день, 8 марта, мы стараемся сделать все для того, чтобы праздник прошел ярко и неповторимо. В эти дни во всех дошкольных учреждениях района малыши поздравляют своих мам, бабушек и всех женщин с праздником. 6 марта в младшей группе «Цветик-семицветик» детского сада «Жолобен» Аулы Юрыхай прошло праздничное мероприятие, посвященное этому чудесному весеннему празднику 8 марта. Дорогие женщины, поздравляю вас с наступающим праздником. Я жажду жудеха запыту, шисабицкхам я харшлев запыту, джимам кучок харам я нашхиял шумсов, дэх зачачов секунуарам.
этажа. Солнышко ласково, у нас наступает праздник наш мам. Бабушка со мной весело, она признает на сказку мечтать. Thank you.
На следующий день, 7 марта, в средней группе «Гномик» детского сада на Альмаз Алла-Кашихабль также прошло подобное мероприятие. Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. А сейчас наши дети для вас исполнят песенку «Песенка для мам». Поздравляю с женским днем, будь глаза горят огнем.
В душе цветы цветут, только радость мне несут. Милая мамуля, поздравляю я с днем 8 марта, от души тебя, мне тебя красивей, мне тебя нежней, и в огромном мире мне тебя важней. Что такое доброта? Что это такое доброта?
И в этот же день свое мастерство показала старшая группа номер 3 детского сада «Нальмаз» Алла Кашахабль. Поздравляю вас самым ласковым, самым нежным, самым прекрасным праздником весны. Желаю здоровья, это самое главное, долголетия. Желаю всех благ. Нам ежутлявым, сыд фабадан. Нам еашула, сыд ебхазан. Сыда нахляпар, сыда нахляшур, медунайдахам тетарксар. Таказу хумар. Тогазгагунар, да гуушер такт хазлар, щача дахан тетизжар, гоб занча хабзам тетизгар. Фада кахуштаб, фада щаштаб, нам ежутлягун, парите куштаб. Thank you.
говорит: вот сегодня милым дамам дарят все вокруг цветы. Вас прекрасных, наших самых, с женским праздником весны. Много есть на свете, всей душой их любят дети. Про царевну Несмеяну и про славного Салтана. И почти что в каждой книжке про лисичку и зайчишку. Теплее. Дом растаял у лисицы, на весну лисица злится. Хорошо, зайчик.
подарила мир, ты мне яркий солнце свет. Для меня на свете лучшей мамы нет. Именно весною, в марте день восьмой, я хочу поздравить маму всей своей душой. Я несу подарки, я несу цветы. В мире нет прекрасней, мамочка, чем ты. Нет роднее в мире этом человека для меня. Ты мне ближе всех на свете, и живу я для тебя. Мамин голос всех роднее, потому желаю я слышать каждое мгновение смех твой, мамочка моя. С 8 марта поздравляю я мамулечку свою, крепко-крепко обнимаю и целую, и люблю. Будь счастливой и веселой, будь довольной судьбой. Хочу каждую секунду быть я, мамочка, с тобой.